Экс-чиновник, совершивший ДТП со смертельным исходом, Ерлан Утешев, не лишен водительских прав. Об этом сообщает «Казинформ». Административное дело в отношении бывшего руководителя областного управления энергетики и ЖКХ органы внутренних дел не передавали в суд. Напомним, авария произошла в ночь на 16 февраля в Караганде. В ДТП погибла 53-летняя женщина и пострадали 3 человека. Виновником аварии признан чиновник, который в тот момент, как показала экспертиза, был пьян. Уголовное дело прекращено. Стороны примирились. И вот теперь выяснилось, что административное дело в отношении Ерлана Утешева органы внутренних дел не передавали в суд. Водительских прав экс-чиновника не лишили.